На шахте имени Костенко в Караганде обнаружены тела уже 38 погибших. Продолжаются поиски еще 8 шахтеров. Об этом сообщили в МЧС. В аварийно-спасательных работах задействованы 10 отделений горно-спасателей. Напомню, взрыв на шахте имени Костенко прогремел в ночь с пятницы на субботу. В тот момент под землей находились 252 горняка. Поисковые ребята работают по поиску этих людей. Ведутся в двух районах шахты, это в двух лавах, скажем. Трудности это большой объем водохода, протяженность 1 километр, приходится так, 3-4 километра прочесывать. Сейчас надо будет вторым этапом детально обследовать некоторые участки, где понарядом ранее. Значит, есть пару вырубок, которые подтоплены, затоплены, скажем, то есть, когда вести работу, возможно, там, скажем так.